Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкейт. Автобус, ехавший из Стамбула в Северную Македонию, разбился ночью на шоссе на западе Болгарии. Погибли более 40 человек, в том числе дети. Кадры с места трагедии в подборке RIA.ru. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. Автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии. 1/7 автобус возвращался с экскурсии в Турцию. За полчаса до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке при выезде из Софии. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. Около 3 часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали Струма возле села Баснёк и загорелся. 2/7 около 3 часов ночи по московскому времени автобус попал в аварию на магистрали Струма возле села Баснёк и загорелся. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. В салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей. 3/7 в салоне находились более 50 человек. Погибли, по разным данным, 45 или 46 человек, в том числе 12 детей. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. Reuters. Стоян Ненов. 7 выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности. 4/7 7 выживших отправили в больницу, их жизни вне опасности. Reuters. Стоян Ненов. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. Глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоции от страшного ДТП. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкейт. «Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище», — признался он. 5/7 глава МВД Болгарии Бойко Рашев не смог сдержать эмоции от страшного ДТП. «Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище», — признался он. АФП 2021 Димитар Кесемарлайф. Reuters. Стоян Ненов. «Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели», — рассказал Бойко Рашев. 6/7 никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели, рассказал Бойко Рашев. Reuters. Стоян Ненов. Reuters. Стоян Ненов. Министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены. Озвучено Яндекс.Спичкейт. 7/7 министр заверил, что причины трагедии обязательно будут детально выяснены.